Кроме действующих сотрудников полиции, на уроке мужества присутствовали члены общественного совета при УВД и ветераны службы. Выступая перед школьниками, они рассказали об истории сочинской милиции, примерах мужества и героизма. Наибольший интерес у школьников вызвала лекция об истории создания и технических характеристиках российского оружия. Подросткам разрешили подержать в руках образцы табельного, автоматического, специального вооружения и примерить экипировку сотрудников спецподразделений. В заключении показали бронетехнику и позволили посидеть в кабине спецавтомобиля «Тигр».